Здравствуйте, коллеги. Тема сегодняшнего занятия – двойной лежачий фальц. Для этого нам понадобится чистый лист бумаги А4, из которого мы сделаем бумажную картину. Справа у нас P-фальц, а слева у нас G-фальц. То есть кромка 45 справа и кромка 35 мм слева. Также нам понадобится выкройка картины. Выкройка картины, двойной лежачий фальц. И нам нужно будет разобрать его, из чего он состоит. Ну, во-первых, мы видим, что там, где у нас кромка 45, то есть там, где у нас P-фальц, мы от центра, то есть это две картины у нас, верхняя картина и нижняя. И мы откладываем в начале по вертикали 41 миллиметр сверху от центральной линии и 41 миллиметр от центральной линии снизу откладываем. Ну а также мы видим по чертежу, по выкройке, что мы откладываем еще от центральной линии сверху 13 миллиметров, выше 18 миллиметров. И это для верхней картины. Для нижней картины мы откладываем 13 миллиметров, откладываем вниз и откладываем 18 миллиметров тоже вниз для нижней картины. Наши риперные точки следующие. Первая риперная точка – это пересечение вот этих трех линий. И вторая, для верхней картины, вторая риперная точка справа будет 41 миллиметр. То, что мы отложили по верхней картине. То есть помечаем первая точка, вторая точка. Соединяем линию, получаем верхнюю часть для верхней картины. И теперь для нижней картины у нас риперная точка первая посередине соединения трех, даже четырех линий. И отложенная нами вниз расстояние 41 миллиметр, вот наша вторая риперная точка. То есть получается вот этот треугольник заштрихованный, это часть, которую мы потом будем удалять. То есть это так называемый карман, а по-русски карман таше, это по-немецки, а по-русски это ослабление P-фальца. Что мы наблюдаем с левой стороны? С левой стороны мы наблюдаем аналогичную картину, то есть первая точка у нас посередине, вторая точка мы находим, отложив 41 миллиметр, нижняя картина, и отложив 41 миллиметр вверх, вот она, вторая точка, для верхней картины. Таким образом мы имеем треугольник слева, который тоже заштрихован, и тоже этот карман, то есть это ослабление для левой кромки, то есть там, где у нас G-фальц, кромка 35 миллиметров. Далее мы недалеко откладываем нашу выкройку картины двойной лежачий фальц. Thank you.
случае необходимости посмотреть, что нам делать. И теперь мы подготовили картину бумажную, на которой мы отложили реперные точки. То есть вот у нас середина, первая точка, 41 миллиметр, верхняя картина, это у нас правая сторона, П-пальц. И снизу отложили для нижней картины 41 миллиметр, вторая точка. То есть наша задача теперь соединить эти точки. И, как мы помним, треугольник, который у нас образовывается, вот он заштрихованный, мы его отрезаем, но уже на нашей картине. Следующее, что мы делаем, это смотрим, что у нас происходит с левой стороной. С левой стороной то же самое мы делаем аналогично, как с правой. Это у нас кромка 35 миллиметров. Первая точка у нас посередине. И две точки, верхняя картина 41 миллиметров отложенная и 41 миллиметров отложенная нижняя картина. Смотрим на нашу выкройку. Все ли мы сделали правильно? Определяем посередине. Вот она. Верхняя 41. Вот она. И нижняя 41. Вот она на нашей картине. Далее мы подготавливаем, переносим все линии, которые у нас на выкройке. А на выкройке у нас следующие размеры. То есть мы переносим от середины вверх для верхней картины 13 мм, 18 мм. И для нижней картины переносим наши 13 мм и наши 18 мм. Вот они. Это для правой части, там где у нас П-фальц. Для левой части картины, где у нас Г-фальц, кромка 35 миллиметров, мы видим, что мы то же самое делаем. Переносим от середины вниз. Для нижней картины 13 миллиметров, 18 миллиметров линия. И для верхней картины откладываем 13 миллиметров, вот они, и 18 миллиметров, вот они. И эти линии мы теперь соединяем. Когда мы прочертили все линии, отрезаем наши карманы, то есть делаем ослабление П-фальца с правой стороны и делаем ослабление с левой стороны для Г-фальца. Далее мы отрезаем по средней линии нашу картину. Стараемся резать четко. Итак, мы имеем две картины. Вот они. И наша задача теперь отогнуть кромки. Для этого мы применяем линейку. Верхняя кромка у нас для нижней картины 13 миллиметров. Вот она. Снимаем 13 миллиметров. И отгибаем у нас 18 миллиметров. 18 миллиметров
Вбиваем вторую кромку. Таким образом мы подготовили нижнюю картину бумажную. Она у нас вот так вот выглядит. А верхнюю картину мы берем наш ПВХ уголок и отгибаем на ПВХ уголке верхнюю картину. То есть сначала мы отгибаем 13 миллиметров. У нас на верхней картине таким образом. Уголок должен иметь размер приблизительно 20 на 20 миллиметров и угол четкий. Теперь мы отгибаем кромку 18 миллиметров. Таким образом отготовили верхнюю картину. Вот таким образом. И у нас теперь получается, мы имеем картину, подготовленную уже. Нижняя картина у нас кромка 18 миллиметров, 13 миллиметров отогнутая, и верхняя кромка 13 миллиметров, 18 миллиметров кромка отогнутая. И теперь что нам остается? Следующий этап. Это нам эти кромки теперь нужно соединить. Теперь нам нужно соединить эти две картины посредством этих кромок. То есть мы вставляем картину с правой стороны и таким образом. Это то же самое делается в металле. Таким образом мы получили соединение на двойной лежачий фальц. Равняем наши кромки. Двойной лежачий фальц.